200 метров – это не просто назва клуба, это докладная колькость пленки, которую купили для старту проекта. Каждый человек мог взять певную колькость фотопленки, але при умове, что здымки вернутся у клуб. И они станут основой для экспозиции, которую планируется представить у листопаде. Уезжают на фестивали, снимают там, путешествуют, привозят сюда. Вот сейчас, ну, как бы лежит вот в этой коробочке, хранится материал вот в красной нашего клуба. Вот сюда приносится вся пленка. И она туда слаживается, и в порядковой очереди все проявляется. Акрамя подрыхтовки до выставы, кожные выходные профессийные фотографы и аматоры собираются разом на майстер-классы. Обмерковывают все, починаючи от пленочной фотографии и до сучасной мобилографии. Ранее занятки проходили на свежем поветре, але с холодами сустрэши переместились у домашнюю фотолабораторию Антона. Приходит разный контингент. Абсолютно, от мала до велика. Приходят дети, которым по 14 лет, ну как бы, ну приходят с родителем, как бы мы люди им неизвестные. Расклад бесплатных встреч можно найти у социальных сетках. Новым знакомствам и интересным питанием тут рады завсёды. Катерина Сапельникова, Александр Токаров, телерадиокомпания «Гомель».